Привет, друзья! Сегодня мы с вами прогуляемся по выставке современного искусства ArtFest 2021. Для Москвы, города достаточно консервативного, эта выставка – глоток свежего воздуха. Современное искусство на ней представлено во всем его многообразии. От академизма до цифрового искусства. 64 художника, 23 страны-участницы. С вами Дасаев об искусстве, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Вперед! Искусство вызывает эмоции, как положительные, так и отрицательные. Недавно в Москве был скандал с установкой скульптуры Урса Фишера «Глина номер 4». Это пример отрицательной эмоции. Ссылка на ролик мой на эту тему в углу экрана. А главная фишка этого фестиваля ArtLife Fest 2021 в том, что зритель с помощью специального приложения может сам оживлять некоторые картины. Плюс лекторий, мастер-классы и квесты в придачу. Это пример положительных эмоций.
Ну что ж, друзья, вот и закончилась наша небольшая прогулка. Современное искусство оказалось не так страшно, как о нем малюют. Спасибо, что смотрели. С вами был Досаев об искусстве. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте. Главное, не оставайтесь равнодушными. Пока!